И снова здравствуйте, вы на канале Device. Сегодня на обзоре видеокарта от компании Sapphire, модель Radeon RX 6600 XT Pulse Gaming OC. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Видеокарта Radeon создана на основе революционной архитектуры AMD RDNA 2 и обеспечивает невероятные впечатления от игр нового поколения с разрешением 1080 пикселей с насыщенной графикой. Производительность мощной рабочей станции Sapphire Radeon RX предназначена для ресурсоемких игр, обеспечивая сверхвысокую частоту кадров при разрешении 1080 пикселей. Она оснащена 32 высокопроизводительными вычислительными блоками, революционной кэш-памятью AMD Infinity Cache и выделенной памятью GDDR6 объемом 8 ГБ. Четкое изображение. Благодаря технологиям реалистичной игры и поддержке DirectX 12 Ultimate, видеокарта Sapphire Radeon просто затягивает вас в игру. Оцените игру с реалистичным освещением, тенями и отражениями в сочетании с насыщенными деталями благодаря функции трассировки лучей DirectX Ray Tracing DXR, функции построения теней с переменной частотой VRS и функции AMD Fidelity FX, оптимизированными под архитектуру AMD RDNA 2. Технология AMD Smart Access Memory. Вся мощь технологий AMD, созданная для игр. Сочетай процессор AMD с видеокартой AMD Sapphire Radeon, чтобы повысить производительность системы за счет применения технологии AMD Smart Access Memory. AMD Smart Access Memory позволяет процессорам AMD использовать все возможности памяти видеокарты. Увеличьте частоту кадров в играх. С помощью технологии AMD Fidelity FX Super Resolution можно достичь в среднем 2-4-кратного увеличения частоты кадров в поддерживающих эту технологию играх и наслаждаться качественным изображением с высоким разрешением благодаря видеокарте Sapphire Radeon RX. Оптимизируйте игровой процесс, воспользовавшись одним из 4 наборов предварительно заданных настроек, которые позволяют выбирать между наилучшей детализацией изображения и максимальным быстродействием. Реализованная в Sapphire Pulse эффективная технология охлаждения DualX в сочетании с интеллектуальным управлением вентиляторами гарантирует не только минимально возможную температуру карты, но и бесшумную работу. Усовершенствованная конструкция печатной платы гарантирует стабильную, надежную и долговременную работу видеокарты при минимальной температуре компонентов и полном отсутствии помех. Лопасти вентилятора видеокарты сочетают в себе бесшумность традиционной конструкции осевого вентилятора и высокое давление воздушного потока, присущее конструкции центробежного вентилятора, что позволяет повысить давление воздушного потока, направляемого вниз через вентилятор при сохранении низкого уровня шума. Intelligent Fan Control. Скорость вентиляторов регулируется интеллектуально для поддержания насколько возможно минимальных температур графического процессора, чипов видеопамяти и других компонентов при комфортном уровне шума. Эффективное охлаждение VRM. Видеокарта разработана с эффективным охлаждением компонентов подсистемы питания. Имеют термопрокладку с высокой теплопроводностью для эффективного теплоотвода на металлическую усилительную пластину. На обратной стороне видеокарты установлена алюминиевая усиленная пластина, обеспечивающая дополнительную защиту от изгибов и попадания пыли, а также помогающая охлаждать карту за счет дополнительного теплоотвода. Для защиты видеокарты используются предохранители, которые встроены в цепь питания для обеспечения безопасности компонентов. Для данной видеокарты рекомендован блок питания мощностью 500 Вт. Radeon Software разработана для того, чтобы предоставить удобный, современный и простой в использовании интерфейс для быстрого доступа к новейшим программным функциям, игровой статистике, отчетам о производительности, обновлениям драйверов и многому другому через единое, удобно расположенное меню. Trix. Вы можете не знать, что программное обеспечение Trix от Sapphire – это ключ к раскрытию их возможностей. С Sapphire Trix вы можете настроить максимальную производительность своей карты и сохранить пользовательские настройки для ваших любимых игр. Программа Sapphire Trix обладает простым интерфейсом, включающим в себя такие функции, как Trix Boost, Nitro Glow и программное переключение BIOS.
На этом все. Пишите в комментах, что думаете по поводу этой Sapphire Pulse. А может, вы уже являетесь владельцем данной карты, тогда приглашаю оставить отзыв на нее. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы сможете найти в описании к этому видео. Также буду благодарен за лайк и подписку, а если не хотите пропустить следующий обзор, кликайте на колокольчик. Всем пока!